Мы на территории острова Хортица. Скифский стан. Музей под открытым небом и лапидариум. Лапидариум – это собрание каменных произведений древних, собранных со всей Запорожской области, со всей Украины. И размещены здесь на острове Хортица. Аналог Стоунхенджа. Но даже по исчислению лет считается, что это древнее и более энергичнее. Энергетика невероятная. Просто энергетика сбивает с ног. Чувствуется тепло от камней. Сила. Мы просим духов предков защитить нас и помочь, и дать нам энергию, силу и здоровье. Вот как раз благословенное солнце вышло. Хотя 5 минут назад шел дождь. Каменная карта, каменные ступы. Размещенные по кругу. Все камни, вертикальные кромлехи. Как я уже сказала, аналог Стоунхенджа. Каменная корыта. Этим камням больше 5000 лет. Ступка каменная. Каменные бабы. Скифские каменные бабы. Благодарю за эту энергию, за это место. Благодарю за возможность находиться здесь, получать энергетику, энергию, здоровье, исцеление, получать защиту и благословение. Посередине жернов.